Для борьбы с коронавирусом в регионах России появятся новые дополнительные машины скорой помощи. На это правительство страны выделило из резервного фонда более 5 миллиардов рублей. Соответствующее постановление опубликовано на сайте Кабмина. В течение 7 дней автомобили будут распределены между регионами. В документе уточняется, что региональный автопарк должен пополниться не менее чем на 1200 автомобилей.